добавим в нашу беседу. Она подходит к концу уже. Разгорелся такой как бы спор интересный. Вот запускают космонавтов на станцию там. И естественно, для их жизнеобеспечения требуется помимо продуктов питания вода. И доставка воды в том количестве, которое необходимо для жизни, это вообще представляет собой какую-то весьма дорогую проблему. И вот эта проблема была решена, что вода, в том числе и после мочеиспускания, ее фильтруют и используют вновь. Якобы российские космонавты отказались от использования такой воды. Вот, так сказать, моча с новых позиций представляет нам совершенно в ином свете, в свете космического пространства. Если взять большую космическую станцию под названием планета Земля, на которой есть вода, которую животные пьют, которую, видимо, мочи потом выпускают, и которую опять потом, пройдя через какое-то время, пьют, ничего тут такого нету. И тут интересный вопрос идет о связывании части нашей энергии и возникновении, будем говорить, каких-то, ну, будем говорить, несовершенств в сознании человека на основе брезгливости. То есть, чем человек брезгливее, он думает, что все это нормально, там руки мыть, то все, следи там. Да, какие-то нормы гигиены, естественно, нужны, но, как говорится, не чрезмерно. И вот эта вот чрезмерность, брезгливость, приводит к тому, что это уже начинается сознание какое-то несовершенство, приводящее к тем или иным заболеваниям.